мастера сколечки в Эстонии. И она за мной уже в Москву переехала. И тоже там тем же самым занимается. Вот, поэтому мы не избалованы. Мы просто нам так повезло. Самоопределились, да. Единственное, что после студии мы все закончили высшее музыкальное, то есть мы все пошли после музыкальной школы, после студии мы закончили, у нас высшее музыкальное. Ну вот нашей мамочке тоже, у нас мамочка присутствует, этих деток звездных, ей тоже, значит, не суждено, возможно, куда-то переезжать, придется за детками. Да, родители очень много вкладывали. Наши родители, ну, многие, я считаю, главная заслуга – это родители. Если ребенок горит, то, конечно, копеечка к копеечке, костюмчик к костюмчику, фонограмму записать, да, все, вот это все понятно нам очень сильно. Даже и нам без поддержки родителей будет куда. Да, да. Родители – главная высшая сила, конечно. Надо быть еще благодарным педагогам. Во всех аспектах. Беречь педагога, потому что это очень тяжело. Есть еще вопрос у кого? Над каким материалом легче работать, над известным или одном направлении, никогда не изучающим? Сложно работать. Но мы, наверное, не делаем разницы, потому что мы и известный материал, который мы берем, и новый материал, мы пытаемся внести что-то свое, именно чтобы это звучало по-особому, чтобы это имело свое лицо, совершенно не похоже мы делаем наше звучание на оригинал. Но когда делаешь свое, что-то свое, наверное, здесь приходится выдумывать, приходится включать какой-то дополнительный ресурс, чтобы это имело уже сразу, когда нет на что равняться. Не на что равняться, но вообще, как меня учил педагог, даже если ты берешься за произведение, ты сначала не слушай, как его исполняет кто-то. Сначала составь свое собственное представление о том, как ты это видишь, близко ли тебе это, насколько, как ты это понимаешь. И уже только потом, когда ты сделал свою версию, потом уже можно послушать, как это делал кто-то другой. Разницы, наверное, нет. На всем нужно работать, просто кладется. Но для меня на одном тяжелее работать, потому что ты должен вообще, вот, то есть, чтобы всем это понравилось, да, зацепить людей, вложить столько сразу, еще больше. Ну, лично для меня, когда мы сейчас столкнулись с авторскими произведениями, с авторскими песнями, как ты можешь послушать во многих, да, взять от одного, от другого лучше и привнести что-то свое. А здесь у тебя не было до этого никаких примеров или энергии над новым материалом. Я тоже завтра. Больше поле деятельности. И никто не сказал, что это не так. Я совсем против. Так что ты первый. Можем ли мы с вами сфотографировать?